Добрый день, друзья! Сегодня будем заготавливать чесночные стрелки. Я думаю, что на даче у всех растет чеснок, то есть вырастают вот такие вот стрелочки. Они как бы не нужны. Мы их обрезаем, пока они еще, ну, такие не твердые, да? Вот, и будем мариновать. Может, кому-то пригодится. Значит, что нам для этого понадобится? Ну, сами чесночные стрелки, перец обычный, перец душистый, соль, сахар, лавровый лист обычный, значит, уксус 9%, ну, естественно, банки простерилизовать, крышки тоже. Вот, для начала мы просто вот эти вот стрелочки обрежем, вот эти вот хвостики нам не нужны, цветочные. Вот, а потом будем их отваривать. Варим наши стрелки 3 минутки в кипяточке. Так, и рассол. Рассол у нас на литр воды 2 листика лавровых, по 5 горошин перца душистого и черного, 1 ложка соли, 2 сахара. И в конце, через 5 минут после кипения, добавляем 70 грамм уксуса. Это будет наша заливочка. Складываем мы это все в баночку. Вот так. Заливаем рассолом. Закатываем. Так вот выглядит. И потом укутываем еще до полного остывания. Приятного аппетита!